Нереальный хардкор устраиваю. Стрит файтинг просто. По факту так можно ездить хардкорно, когда поток движется чуть-чуть медленнее вашей максималки. То есть, ну, 70-80, а вы едете там 90, до 90, допустим. То есть разница может быть совсем небольшой. А вы можете так вот покататься, шашки устроить, если вы долбоеб. Как я. Вот так вот, например, вот так. Поехали, блядь. И все, блядь. И заебись. То есть, если вы такой же, как я, кретин, можете вот так вот ездить. Даже вам для этого супер нереальный R1 там не надо. Литра какого-нибудь безумного. А да, ёбрика вполне будет достаточно. Даже можно сказать, что ёбрик научит вас так ездить. Более или менее безопасно, потому что у вас нету запаса мощности, и вам приходится медленно ехать.